продолжается работа по обновлению ставропольских аэропортов. Об этом рассказал губернатор Владимир Владимиров в своем телеграм-канале. Глава региона отметил, воздушная гавань Минеральных Вод к своему столетию в 2025 году получит новый аэровокзальный комплекс с 5 телетрапами и современными системами обработки багажа, регистрации и безопасности. Также Владимиров написал, что уже в следующем году завершится возведение нового аэровокзала в краевой столице. Там установят новую систему обработки багажа и телетрапы. Кроме того, оборудуют бесплатную парковку на 150 мест. Станица Георгиевская завершается третий этап строительства водопровода. Всего уложат почти 6 километров разводящих сетей. Уже смонтировали 4 километра труб и установили 48 колодцев, сообщили в региональном министерстве ЖКХ. Третий этап планируют завершить до конца года, а в 2024-м стартует четвертый этап работ. Возводят объект за счет средств субсидии из Фонда национального благосостояния. В поселке Горном открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. Это уже 6-й ФАП, построенный в округе за год, сообщили в региональном Минздраве. В медучреждении обустроили кабинет приема пациентов, процедурную комнату и холл для ожидания. Строительство провели благодаря краевой программе модернизации первичного звена здравоохранения. В Железноводске стартовало строительство школы на 500 мест. Сейчас там занимается обустройством фундамента. В трехэтажном здании будут учебные классы, медблок, столовая, библиотека, спортивные тренажерные залы, бассейн, сообщили в региональном Минстрое. Вокруг школы возведут детские спортивные площадки. Работы проведут по нацпроекту образования.